работаю над созданием оружия, которое дарвинианцы могут использовать в борьбе против вируса. Оно еще не готово, но мы можем попробовать создать это оружие внутри Дарвинии. В Дарвинии уже есть крепкая техническая система для создания вещей, но, как и многое другое, она не работает. Эта система состоит из трех основных местностей: шахта, генератор, стройка. Сначала я покажу тебе шахту. Вся эта местность представляет собой гигантский добывающий завод, в данный момент не работающий из-за проклятого вируса. Сырьевые полигоны добываются из недр гор и складываются на проезжающие повозки. Затем полигоны проходят через очистительный завод, который преобразовывает их в примитивы. Я сделал так, чтобы этим миром владели и управляли дарвинианцы. Соответственно, здания заработают, если ими будут управлять дарвинианцы. Поколения дарвинианцев работали на этих каменоломнях до прихода вируса. В любом случае, когда примитивы обработаны, их надо перевести на строительный двор. Итак, шахты производят примитивы и отсылают их на строительный двор. Строительный двор также нуждается в энергии, которую вырабатывает генератор. Это генератор. Здесь производится энергия, на которой работает Дарвиния. Солнечные панели, подсвеченные здания, улавливают энергию, излучаемую хранилищем луч в центре Дарвинии. Как и все здания в Дарвинии, для нормальной работы солнечных панелей требуются дарвинианцы. Это здание – основной силовой генератор Дарвинии. Он модулирует энергию от солнечных панелей в энергетический поток, которым мы можем пользоваться. Я улучшил программу «Офицер». Теперь офицеры могут отдавать приказ «Следуйте». Щелкни правой кнопкой возле офицера, чтобы выбрать приказ. Энергетический поток проходит через магистральный порт и поступает на строительный двор. К сожалению, этот магистральный порт сломан. Чтобы поток смог достигнуть строительного двора, нам надо будет восстановить связь с другим концом порта. Итак, генератор производит энергию. Энергия и примитивы поступают на строительный двор. Здесь мы будем строить наше новое оружие. Если тебе нужна помощь, перемести мышь вправо к окну задачи, удерживая Alt. Там ты можешь щелкнуть левой кнопкой мыши задачу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы объяснить ее. Удачи! Третья миссия Дарвинии – шахта. Производим отряд. Нам нужно теперь первостепенная задача – это обучить наших дарвинианцев воевать самостоятельно, стрелять из лазеров. Это довольно долго. И чтобы они обучились, нужно замочить очень много вирусов. Поэтому где-то сейчас минут 20-30 мы будем просто ждать, пока дарвинианцы научатся защищаться. Потому что иначе я не знаю, как пройти этот уровень. Потерял двух бойцов. Тогда удаляем, создаем заново.
Вот этот завод нам нужно сперва захватить. Но не просто захватить, туда, чтобы он заработал. Нужно инженер, нужно дровинянцев туда привезти. Ну, сперва нужно захватить вот этот инкубатор. Так, можно захватывать. А мы идем дальше. Я боюсь, что сейчас там захватят. Бьют нашего... наших сборщиков. Так, захватываем вот эти здания. Так, а я пока вернусь туда. Надо вот этого красного червя убить. А может и не надо. Потом вот то здание захватим. Захватывает те здания. Инженер. Так, а я высаживаюсь вот на тот остров. Но сперва нужно переправить телепорт. Перенаправить телепорт вот туда. Че, застряли? Первая колония появилась у нас, дарвинианцев. Так, тут происходит захват. Захватили. Так, тут уже замочили, да? Замочили мой отряд. Еще раз переправляемся. Как бы вот этот змей не добрался до моей колонии. Тут довольно сложно захватывать. Еще раз. Здесь надо всех их подальше пока спрятать. Делаем офицера. Их надо спрятать где-то подальше, чтобы они не лезли к червякам, близко не приближались. А то можно могут спровоцировать их на нападение. Так, очередной наскок на этот остров. Очень трудно там закрепиться. Сразу нас опять замочили.
Еще раз переправляемся. Не получается закрепиться. Один остался. Застрял, сука. Так, попробует прорываться просто в наглую. Слушай, такое ощущение, что их становится все больше и больше. Я вообще ничего не понимаю. Как я должен этот остров захватывать. Хорошо, хоть колонию пока не атакуют. Меньше вообще не становится. Сейчас он прыгнет, и мы его закидаем гранатами. Че не прыгаешь-то? Сам себя бы не взорвать. Стрелять по нему бесполезно, только гранатой. Паука достал. Так, ну кажется, мы по крайней мере закрепились на этом острове. Здрасте, а что ты гранаты не кидаешь? Просто может быть справедливый, но как-то комфортнее просто прицельная стрельба больше нравится. Так, сюда надо робота, инженера поскорее отправлять, пока души не исчезли. А души уже исчезают. Черт возьми. Сейчас, наверное, опять инженер не успеет захватить, сожрут его. Да, инженера уже сожрали, сразу же. Так, этот остров мы захватили. Собираем души. Там ничего не угрожает. Отряд я тогда уничтожаю. Еще одного инженера, пока души не исчезли. Собираем все, что можем унести. Дарвинянцев надо много.
уже нагрузился. Захват происходит. Захват здания. Каждый по 15 душ. Инженер может принять. Значит, мы собрали 45 душ. Это хорошо, это много довольно-таки. О, черт возьми! Откуда здесь червь взялся? Откуда здесь чертовы черви? Охренеть. Ня. Уж. До изобретения лазерных винтовок еще долго. Просто мочим червей. Ждем, пока изобретение появится. Чтобы дровинянцы могли за себя быстренько инженера. Так, где вот тот вот? Ага. Еще одного инженера. Только сперва пускай давайте захватим вот эти здания, наверное. Инкубатор надо захватывать. Вот черт, они там начали выбрасывать эти яйца. Скорее надо уничтожить этого червяка, пока он не сожрал наших инженеров. Видите, кидают яйца с противоположного берега. И они их так и будут кидать.
пока мы не уничтожим источник зла. Что там, скоро лазерные винтовки? Уже должны быть скоро лазерные винтовки. Они начнут стрелять, наши дровиняне, и все пойдет намного веселее. Кстати, вот это здание мы захватили же. Да, мы его захватили уже. Вот, яйца летят. Их надо гранатами сразу закидывать, чтобы ничего-то оттуда не вымыкнулось. Недолет. Недолет. Так, погиб инженер у меня. Так, наконец-то дарвинянцы могут теперь стрелять. Теперь все станет намного проще. Этих дарвинянцев натравливаем на этот завод. Его надо захватывать. Они там сами разберутся. А мы начинаем исследовать следующее улучшение. Давайте менеджер задач. Чтобы... Менеджер задач, чтобы... Мы могли 4 программы одновременно запускать, а не 3, как сейчас. Так, видите, они захватили здание, и они там за себя теперь постоят. Теперь мы можем уже сосредоточиться на экспансии. Можем сосредоточиться, да. Там вон какие-то паразиты пользуют, но они их сейчас добьют, в конце концов, довольно шустро. Да в принципе, ладно, хрен с ними, давайте. Начинать экспансию. Они сами тут справятся, мы дарвинянцы. Нам надо вот сюда сейчас добраться. А, ну в принципе,
Мы же можем там сразу отряд создать. Переправляемся на тот берег с помощью телепортера, опять же. Видите, как они хорошо за себя себя защищают. Все хорошо. Так, а мы должны теперь вот здесь вот закрепиться. Захватываем эти здания. Тут все хорошо у нас. Тут все хорошо. Эти пауки, они меня так бесят. Этот пошел. Тут у нас все хорошо. Блять, яйца кидают прям нам под ноги. Кстати, вот этого гада надо уничтожать. Сейчас он опустится. Давайте сюда инженеришку запустим. Мимо. Так, этого гада замочили. Здесь все хорошо у нас. Здесь все нормально. Мы продвигаемся дальше. Сейчас вылупится гад оттуда. Не успел вылупиться. Давайте не позволим и этому яйцу разродиться. Нам сейчас надо вот этот вот инкубатор как можно быстрее захватить. Заново создаем. Здесь все нормально, да? Здесь все хорошо у нас. Ребята обороняются. Все прекрасно. Подождите, к нам сюда инженера срочно. Собирать души. У
Нам два источника зла вот там вот надо замочить. Там среди скал есть такие хрени, которые выплевывают яйца. От них в первую очередь избавляться. Так, вперед, вот они. Если мы их уничтожим, больше здесь яиц не будет. Этот готов. Правда, он, сука, успел выплюнуть перед смертью еще одно яйцо. С этими гадами мы разобрались. Так, инженера сюда. Инженера, я сказал. А, у нас... Так, что там с инженерами? Да убери ты свою подсказку. Один движется, кто-то собирает. Черт подери. Вот этого удаляем. Создаем нового. Пускай захватывает здание. Так, здание мы захватили. Руки, сука, обложили. Готов. А пауки рождаются вон из яиц, которые вот этот осьминог, блин, наверху кидает. Сейчас он опять опустится, нужно его прикончить. Сейчас мы вот этого мудака прикончим. Когда ж ты сдохнешь, сука? Блять, он не собирается подыхать. Наконец-то я его убил. Осталось две вот эти вот катапульты, которые яйца на тот берег закидывают, уничтожить. Дело в шляпе. Ведь видите, как хорошо справляются сами по себе наши адервианцы. Недолет.
кстати, мы не подобрали бонус, который открывает этот, как его. Там есть бонус, который открывает воздушный удар. Надо его подобрать. Что-то мы про него забыли. Все, больше никаких врагов рожаться не будет, это точно. Все источники я уничтожил. В принципе, можно даже сейчас и не заниматься охотой на вирусов. Так, где у нас вот этот бонус лежит? Вон он. Создаем отряд, отправляем туда. Это бонус называется авиаудар. Авиаудар мы изобрели. И теперь осталось только... Эти откуда здесь? Ну ладно, дервянцы сами отобьются. Осталось только запустить вот этот завод. Туда отправляем всех дервянцев. И миссия пройдена. Создаем офицера. И даем команду двигаться вот сюда. И примитивы, вернее, как там, полигоны начнут добавляться. Получили удар с воздуха. Боже мой, это восхитительно. Ты нашел мою программу удар с воздуха. Теперь ты можешь использовать его. Для этого нарисуй менеджеры задач соответствующий знак, а потом кинь маркировочную гранату, чтобы показать, куда она сбросит бомбы. Вот как вот нарисовать вот этот знак, я ума не приложу. Его просто невозможно нарисовать. Ошибка. Понятия не имею, как это... делать. Все, ждем, пока наши дервянцы сейчас вот они по горе поднимаются. Сейчас они доберутся до завода. А, кстати, завод уже запустили. Руда по... полигоны пошли. Полигоны перерабатываются в примитивы. Или нет? Вот они сейчас пойдут. Вот они пошли, примитивы. А нам их надо 20 корыт. Просто ждем. Когда вот здесь вот на счетчике будет цифра 20. Мне вот интересно, а дервианцы, они восприимчивы к попаданию своей же гранаты? Потому что я знаю, что на четвертом уровне дервианцы начинают... начинают это, кидаться гранатами. Да, они погибают от гранат, кстати. От своих же гранат погибают. Так что я думаю, им нет смысла гранаты изучать. Будут сами себя мочить. Так, уже 3 единицы руды привезли. 4.
довольно масштабно, да, и эпично выглядит картинка. Кстати, друзья, подождите, подождите. Срочно. Нам надо вот этот портал открыть. Мы это же доп задача. Нам надо выполнить доп миссию. Сейчас руду привезут раньше, чем я ее выполню. И я не знаю, чем это. Какие за это штрафы будут. Вот этот портал мы не открывали. А надо. Так, 12 уже привезли. Так, успеет он захватить до того, как здесь будет на счетчике 20? Да, успеет. Ах, может и не успеет. Так, захватили, мы успели захватить магистральный порт. Захватили, да. Задача выполнена, миссия пройдена. Хорошая работа, похоже, ты выполнил все основные задачи. Нажми Escape, чтобы покинуть эту местность. Что они там, радоваться будут, прыгать от радости? Почему-то здесь ни одного... А, вот они. Это те, кто работает. Они, видите, каждое свое место занял. 4 человека надо, чтобы работала шахта. И тут, соответственно, тоже, видите. Каждый на своем рабочем месте. Остальные просто радуются. Всем спасибо, всем пока.